жара, сушь, и на десятки километров кругом ни капли воды. Как справиться в таких условиях с пожаром? Но пожар будет ликвидирован. Сосняки всегда селятся там, где сухо, там, где песок. Испокон века песком, грунтом ведут люди борьбу с низовым огнем. У новой машины тоже лопата, роторная. Грунт посылается точно в нужном направлении. На каждый квадратный метр кромки пожара ложится до 4 килограммов песка. Огню не продержаться, песок собьет его, подавит. Да еще останется за машиной канава, очаг пожара оказывается окопанным. До высоты 8 метров сбивается огонь. Дальность метания грунта достигает 30 метров. Создан грунтомет в Ленинградском научно-исследовательском институте лесного хозяйства. Машина успешно прошла испытания.